9 января – первый рабочий день для россиян в новом 2018 году. Ему предшествовало 10 выходных дней с 30 декабря по 8 января. Жители Саранска ответили, много это или мало, и стоит ли переносить январские выходные на май и июнь. Мне хватает. Для меня это нормально. Я планирую отдохнуть с семьей, съездить, если Бог даст, и будет возможность погодная, на лыжах покататься. В общем, уделите внимание родственникам. Мне достаточно, я в декретном отпуске нахожусь. Да будни лучше, чем праздники-то. Праздники – одна суета только. А это размеренно все в норме. Много. Почему много? Ну, потому что заняться нечем в это время. Ну, можно было бы распределить, да. Для вас лично как это было бы? Удобнее так, или оставить все как есть? Ну, было бы, наверное, поудобнее. По-моему, в мае и так достаточно праздников. Я считаю, что, в принципе, вот такой расклад делал, ну, по мне он нормальный. Ну, в мае весна, все будут делом заняты. Будут, как говорится, заниматься делами, а не то, что диван пролеживать в зимние дни холодные. Ну, возможно, на май, так как у меня частный дом и работы много на огороде. Много. Чего много? Ну, потому что поменьше, чтобы пили, ели, не толстели. Вообще, это год мой, год собаки, мне будет 72 года уже. Так что я всех... А, и дочка у меня собака. Я всех поздравляю, своих ровесников. Это друг человека, все друзья очень хорошие, кто в год собаки. Поэтому поменьше выпивайте, побольше спортом занимайтесь. Так у нас в Саранске все условия есть для этого. Молодцы наше правительство. И вам, молодежи, желаю счастья в новом году, чтобы все встретили свою любовь, кто не встретил. А кто встретил, чтобы любовь не прекращалась до моих лет. И деткам вашим всем здоровья.